Компания «Уральская усадьба» представляет теплицу «Капелька». Теплица «Капелька» почему так называется? Потому что каплевидной формы. Сварена она из профильной трубы 20 на 20. Покрашена полимерно-порошковая окраска, такая светленько-серого цвета, красивенького. Теплица разборная, из двух частей, из двух половинок. Поликарбонат, актуаль. 15-летний. Брус 100 на 100. Система натяжки. Четыре нитки. Вот и все. Крючочек, курточку подстегивать от ветра. Вот, дождик шел, грязненькое получилось, дождем становится.